то время как водные ресурсы сокращаются из-за изменения климата, спрос на воду в Узбекистане растет в связи с ростом населения и развитием экономики. Чтобы помочь стране лучше управлять своими водными ресурсами, АБР помог правительству разработать национальную концепцию развития водного сектора до 2030 года и стратегию управления водными ресурсами и развития ирригационного сектора на 2021-2023 годы. Обе стратегии решают важнейшие задачи в области управления водными ресурсами. Шу стратегия асосан халқаро молия институтлари билан биргаликда суу хожалиги inshootlarini, kanal va kollektorlarini hamda yangi texnologiyalarni joriy qilish, suv tejovchi texnologiyalarni tatbiq qilish hamda davlat xususiy sherikchilikni amalga oshirish maqsadida investitsiya loyihalari amalga oshirilyapti. Importantly, the strategy stresses upon two main areas. Firstly, the application of digital technologies and how these can improve the ways in which we manage water. And secondly, it also demonstrates how championing and leadership can play an important role in Uzbekistan, which is now playing an important role in water for the region. Эти стратегии послужат дорожной картой для модернизации водной инфраструктуры Узбекистана, чтобы сделать ее более эффективной и устойчивой к изменению климата. Дорожная карта направлена на снижение водопотребления в сельском хозяйстве за счет совершенствования ирригационных систем и расширения использования водосберегающих технологий. The strategy introduces smart water and other similar digital technologies to help monitor and account for water use and consumption. New innovative forecasting systems will also be coming in play in the coming years. This will help Uzbekistan monitor the flow of water of major rivers, including extremes of flood and drought. The strategy meets the long-term needs of Uzbekistan's growing population and economy against the backdrop of climate change and increased water scarcity. На фоне таких долгосрочных планов прочные процессы будут способствовать расширению сотрудничества в регионе и помогут достичь устойчивого управления водными ресурсами в ближайшие годы.